Сегодня был мой первый опыт в потомном литературном вечере, посвященном белорусскому языку. Мне очень понравился формат данного мероприятия, потому что все было компактно и захватывающе. На экране мы видели небольшие презентации с биографиями известных белорусских поэтов. Потом мы могли увидеть или услышать песни на белорусском языке этих же авторов. И я очень рад, что представители международных организаций и дипломаты были приглашены, чтобы принять участие в этом мероприятии. I think such opportunities are not only good in terms of preserving the history of the language. Я считаю, что важность таких мероприятий заключается в том, что не только помогает всем узнать лучшую историю своей страны, корни своего языка, но также познакомить подрастающее поколение с родным языком, а также гостям, иностранцам узнать лучше белорусский язык. В Пакистане национальным языком является язык урду, и большое количество мероприятий проводится как и в Пакистане, так и в Беларуси, в нашем посольстве. Например, за последний год только мы провели 3 литературных вечера, посвященных языку урду, в том числе один Международный день урду в Минском государственном лингвистическом университете в ноябре месяце 2023 года. Сегодня я выступала на сцене со стихотворением известного белорусского автора Паулюка Труса «Зима, зима». Я уже озвучивал, что это стихотворение было особо близко моему сердцу, потому что родом я с севера Пакистана, это горная местность, и там также есть зима, поэтому зима занимает особое место в моем сердце. Я люблю ее точно так же, как и все другие сезоны года, потому что я наслаждаюсь любым сезоном года, лето, весна, осень, зимой. Так что, если вы спрашиваете меня про впечатления, только положительное впечатление, мне очень понравилось данное мероприятие, и я начал, конечно, с одной поэмы на белорусском языке, но в ближайшие дни я уверен, что после посещения этого мероприятия я буду читать больше, возможно, даже учить больше белорусских стихов.